во время буквально этой прямой линии приходят буквально трагические новости из Киева. Только что сообщили, что там застрелен Олесь Бузина. Это один из самых ярких, известных украинских публицистов, журналистов. И его, несомненно, знает наша аудитория, потому что он ни раз, ни два, ни три принимал участие в ток-шоу на российских каналах. Вот эта трагедия случилась буквально только что, а накануне погиб бывший депутат регионала Калашников, и, в общем, конечно, это ситуация это совершенно не первое политическое убийство. Мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Вот здесь Ирина Хакамада задавала вопрос по поводу расследования убийства Немцова, что я считаю абсолютно позором для нашей страны. И правоохранительные органы должны сделать все для того, чтобы изобличить преступников. Как мы знаем, исполнители арестованы. Вот на Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремится в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет. Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке. Ну, мы, конечно, в первую очередь выражаем соболезнования глубокие и родным Олесе, и всем его коллегам. Я присоединяюсь полностью. Независимо от политики.